Здравствуйте. Значит, третья часть лекции об арабском календаре. Здесь будет 12 месяцев, и это то же самое, что было во второй части, только там было на основании арамейского языка, а тут, в принципе, как английский, и это григорианский календарь, и оба, вторая и третья часть, это солнечный календарь. И я вам прочту по своей тетрадке, а не так, как вот я взяла здесь. Вы уже понимаете, там бывают разные варианты, но вот такой календарь используется в Египте, в Персидском заливе, в странах Персидского залива, в Судане. И основан, в принципе, на английском, и вы его узнаете, он очень похож на русский. Янейр, февраер, мерс, авриль, мейю, юнию, юлию, августус, септембр, октобер, новембр, десамбр. Я еще раз повторю. Янейр, февраер, мерс, авриль, мейю, юнию, юлию, августус, септембр, октобер, новембр, десамбр. Спасибо, до свидания.